Добрый, здравствуйте! Я делала ролик о том, как увести наши бегонии на зимовку. И получила очень много комментариев с вопросами о бегониях и латиор. Ну, как вы знаете, бегонии и латиор – это бегонии, не образующие клубня. Это полностью вегетативные бегонии, которые даже семенами не размножаются. Ну, возможно, размножаются, но семян в продаже этих бегоний нет. Размножаем их только черенком. И бегонии латиор имеют такую особенность, что они зацветают в основном в зимние месяцы, когда день у нас естественный, короткий. Как их размножить? Вот у меня тоже есть такие бегонии. Вот этот экземпляр, это наш доморощенный. Вот такой вот развалистый получился он у нас нынче. А эта бегония отцвела, это была желтая, она вот, ну, как бы отцвела уже немного. Ну и моя задача сейчас ее размножить. И есть у меня вот такой экземпляр. Это шикарный бориас. Вот этот экземпляр я купила. Купила в магазине, опять же, по уценке. Стоил он всего ничего 100 рублей и загибался совершенно. И за лето у меня вот так вот он оброс. Нарастил много хорошеньких побегов, которые я как раз возьму на череночки. Бориас всегда пользуется спросом, он всегда востребован и нравится очень людям. Итак, начнем. А, да, укоренять я буду перлити. Этот способ мне очень понравился. Я уже ставила черенки бегонии в перлит. Укореняются они достаточно быстро. И самое главное преимущество этого способа, что полив перлит однажды, можно в него не заглядывать до конца укоренения. Ну, за исключением тех случаев, это когда летнее время и когда сильная жара, и перлит высыхает так же быстро, как и все остальные растения. Ну, можно чуть-чуть подлить водички, совершенно немного, и все дальше будет замечательно. Сейчас же у меня осенний период, это уже конец октября, поэтому однажды полив этот перлит, я думаю, что мне этой водички хватит до конца укоренения вот этих череночков. Заодно сразу полью. Просто обычная водичка. Поливаю из лейки. Набирается воды столько, сколько может поглотить перлит. Больше не нужно там слишком, чтобы хлюпало. Ну вот, как видно уже, что перлит практически весь объем заполнен, то есть вот так вот вода уже стоит. Вот видно, что там водичка туда-сюда, как бы плавают частички почти. Но в то же время на поверхности воды не видно. Вот самое то. Итак, пока я это дело отставляю и беру свою бегонию. Так, что мы здесь видим? Видим большие листья. Листья убираю. Листья тем более попадали у меня на солнце, были подсохшие, подсыхали, короче, очень сильно, попали на солнышко и получили солнечный ожог. Ну, это моя бегония, поэтому ничего страшного. Лист просто оборвала и все. Теперь вот у меня есть вот такие побеги, пазушные побеги. Латиорки с большим удовольствием выдают вот такие побеги. И я их просто выламываю. Ну, вот прям готовый череночек. Прям вот вообще готовый просто черенок. Листики здоровые, блестящие, замечательные. Толщина череночка то, что нужно. Вообще люблю и латиорки за то, что дают много посадочного материала. Так, вот этот тоже можно взять. И такой он укоренится хорошо. Здесь, кстати, с цветочками. Цветочки, эти бутончики, надо выломать. Потому как, если мы не выломаем цветочки, то цветочки захотят развиваться, а это не нужно нам. Так, еще комментарии были, что макушечные черенки брать можно, они укореняются. Я подтверждаю тоже по своему опыту, что да, макушечные черенки хорошо укореняются. Но вы мне писали, что макушечные, ну, короче, растут в один ствол.
Ну вот знаете, не знаю, как-то у меня и макушечные, я потом и не разбирала, какие, они как бы все ветвятся, в принципе. Не знаю, ну какое-то такое интересное замечание есть, что вот они не, то есть они укореняются так же хорошо, но растут в один ствол. Ну, в общем, не знаю, у меня они все ветвятся. Если бегония предназначена по ее биологии ветвиться этому виду бегонии, то она ветвится. Допустим, у элатиора, если я взяла вот макушечный черенок, то он также точно будет ветвиться, как и боковые. Поэтому я здесь вот такой заметки не делаю. Все возможные, какие можно, я снимаю. Делаю это очень нещадно, так сказать. Беру все. Так, по листьям. Лист мне мешает. Вот он в сторону смотрел, я его убрала. Так, листик убрала. Теперь эта сторона. Сразу хочу сказать, что я вот эту ветку всю убираю изначально. И вот эту всю. Причем, заметьте, я ничем не обрезаю, ни ножом, ни секатором, ничем. Просто выламываю руками. Дело в том, что когда выламываешь, слом вот этот, он очень быстро подсыхает. Так, смотрите, здесь я выломала все полностью, а здесь вот этот остался, но я его тоже выломаю. Его плохо выломать. Подрежу слегка ножом, и он вот все, обломился. Вот в таком виде остается мое растение маточное. Потерять его я не боюсь, потому как у него проснулись вот эти молоденькие побеги возобновления. Это будут новые ростики. Теперь лишь, даже пересаживать не буду, теперь лишь я уменьшу полив. То есть полив, ну, по сравнению с тем растением, которое было вот такое огромное, конечно, здесь будет потребление воды меньше, и полив, соответственно, будет реже. Самое главное, что сейчас я буду соблюдать для этого растения, это то, что он будет стоять под светом, под лампами обязательно, и отрастать. Примерно через месяц-полтора можно будет снять еще урожай черенков и оставить опять на обрастании. То есть из такого растения можно снять за зиму, ну, буквально 2-3 волны черенков без особенного ущерба. Единственное, что в основании этих стеблей, стволов вот этих, разрастется такой вот, ну, как бы такой ложный клубень, что ли. Вот с которого-то как раз, с почек которого и просыпались вот эти побеги. Итак, это я отставляю. Черенки. Есть еще один вид черенков, так скажем. Так, вот у этого череночка убираю листик. Остается вот такой. Это все обломыши. А вот здесь вот такой промежуточный черенок получается. Но у него есть проснувшиеся две точки роста. Два маленьких побега пазушных. Вот такой черенок можно тоже оставить. И он также укоренится. Так, здесь у меня побег весь изогнулся. Не очень удачно обломился. Вот этот вот ростик, он получился как бы на краю. Ну, здесь два варианта. Либо мы его обламываем, либо можно оставить. Можно даже оставить. И потом в будущем с него будет побег отрастать. Если вот здесь вот все благополучно укоренится. А здесь благополучно укоренится. Поэтому оставляю. Так, здесь вот так. Но совсем кривой веточка, видите, горизонтально росла, а эти вертикально отходили. И сам вот этот побег маловатенький, и лист как-то, ну, в общем, как-то его нужно вот так, наверное, еще обломаю. Вот такой вот. Вот такой вот тоже можно посадить. Посадить вот так вот наискосочек. Здесь вот подымется и будет расти вертикально. Так, а здесь, ну и здесь примерно так же. Да, здесь вот такой же вот. Вот.
оставляю один лист большой и один маленький у этого побега. Вот он. Ну и точка роста. Так, теперь у меня остались вот такие листья. Кстати, эти листья, которые хорошие, качественные, зелененькие листики, их тоже можно использовать для укоренения. Но вот эти листики можно укоренять уже в субстрате. Можно, в принципе, также и в перлит поставить, когда они дадут корешочки, они посидят гораздо дольшее время, чем бы вот эти настоящие вот такие вот, настоящие такие вот череночки. Эти посидят, и все равно у них образуется новая точка роста из листа. С кусочком ствола не нужно, просто можно выломать и вот такой вот листик ставить. У него все равно здесь образуется деточка. Ну, как типа пяточки такой, с него все равно образуется деточка. Кроме того, можно также кусочком листа. Но вот я для себя так не делаю. Это не декоративно-лиственные бегонии, поэтому вот этот способ для меня не очень хорош. Это будет очень длинное время занимать, очень долго ждать от них детки, возиться. Детка будет маленькая, возиться с ними, это все для меня долго. Поэтому я беру даже вот такие промежуточные беру. Для меня это будет быстрее гораздо. Так, я подготовила вот эту свою бегонию. Из одной получилось 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 черенков из одной. Пусть она немножечко полежит, немножко полежит на воздухе, для того, чтобы вот этот вот слом слегка подсох. Какое время лежать этой бегонии и подсыхать? Ну вот знаете, по минутам никогда не засекала. Все зависит от того, какая влажность, какая температура у нас в воздухе. Вот у меня сейчас примерно 20 градусов. Я вполне себя хорошо, комфортно чувствую просто в футболочке, да. А влажность здесь, ну, не скажу точно, но уже не, явно не 80%. То есть дышать мне легко, свободно, тоже комфортная влажность. Не чувствую я никакого пара, там запарки какой-то. Поэтому бегонии эти полежат, пока я не закончу разделку вот этой бегонии. Потом я спокойно могу заняться теми черенками, а эти череночки полежат и подсохнут. То есть вот такая ориентация. Все очень просто. Итак, бориас. У бориаса здесь все очень даже все хорошо. Он так хорошо нарос, что я даже не знаю, с какой стороны к нему подступиться. И побеги у него все большие. И вроде как даже он цвести захотел, что ли. Ну, начну, по крайней мере, вот с первого. Выломала вот такой шикарный побег. Но это слишком жирно. Это слишком жирно. Тянется рука его раскрошить. Ну, слишком уж, ну, реально так много. Поэтому я его просто беру нож. Нож у меня острый. И аккуратно делаю надрез. И вот так вот слом. Все, отломала. Разделила этот побег на два. Один лист я убираю. Даже, наверное, вот два листа я убираю. Вот, остается только центр, макушечка. Так, здесь у меня зачаток. Вроде как цветка, но пока не буду. Ну, пара листиков достаточно. Получается, череночек, ну, размером 5-7 сантиметров. Ну, вот этот 7-8 сантиметров даже получился. Здесь два листа оставляю, один убираю. Вот такой череночек, он немножечко тоже пусть полежит, подсохнет. Листики у Бориски, прям даже вот листики охота посадить. Не знаю, хорошенькие листики. Я знаю, что их сажают, но нет, не буду я. Не буду уж совсем крохоборничать. Так, что у нас тут еще? У нас еще вот какой хороший. Вот он хорошенький тоже побег. Так, я его также поделю надвое. То есть его размерчик позволяет. Так, шкурку эту зачистим. Так, здесь также два листика. Здесь
убираю еще листик. Ну, вот этот убрать, не убрать, убрать, не убрать. Ну, как-то в сторону растет. Нет, я все-таки их убираю, чтобы они не мешались. Не мешались, когда я их буду рядышком высаживать. Так, еще один. Ну, этот уже не разделишь, поэтому пойдет вот так. Все хорошо. Вот что у меня осталось. У меня остался один полноценный, вот такой вот полноценный побег, несколько пенечков. И вот здесь вот остатки от одного побега, пара листиков. И смею вас заверить, что растение также восстановится. Ну, по крайней мере, вот этот побег будет работать на фотосинтез. И вот здесь вот в основании обязательно что-нибудь проснется. Буквально несколько черенков обязательно я еще смогу взять. Ну, этот маточный куст у меня, конечно, не для цветения. Он у меня только как производитель черенков. Цветение я могу получить вот с этих вот будущих череночков, которые укоренятся. И из них вырастут уже растения. Так, перлит постоял, и мне кажется, что в нем мало воды. То есть вода вот на поверхности, но черенок сложно туда вставлять. Поэтому я добавляю водички. Перлит слегка всплывает. И теперь очень легко туда будет вставлять череночки, не повреждая их. И поэтому легким движением руки просто устанавливаю. Почему я делаю обломы? Так, давайте покажу вам поближе. Посмотрите, прошло буквально несколько минут. И срез покрылся таким, как бы сереньким таким, или даже белесым таким налетом. Это как раз засохший клеточный сок. То есть вот этот вот облом, место повреждения стволика, оно у нас теперь защищено. Кстати, перлитное укоренение чем-то сродни водяному. Да, сродни чем-то водяному, потому как здесь же водички много, но в то же время черенки как бы зафиксированы. Они хорошо держатся между частичками перлита, вертикально. Вот таким образом получилось у меня целая плошечка из 11 череночков с перлитом. Все, я их могу убирать. Здесь у меня будет детский сад. Это полка широкая. Устанавливаю прям, чтобы под лампой стояли. Обязательно этикирую. И скоро здесь вот всякие такие плошки, стаканчики будут установлены. Важное замечание. Никак ничем не накрываю, то есть не делаю никаких тепличек при данном способе черенкования. Почему? Потому что там в перлите сейчас влаги много, черенок имеет возможность хорошо потреблять водичку, то есть не терять свой тургор. Потом при подсыхании перлита, при испарении влаги, между частичками появляется воздух, который как раз способствует дыханию вновь образующихся корешочков. Сколько времени это все будет длиться? Ну, примерно от 2 до 3 недель, если все благополучно. Температура должна быть около 20 градусов, даже ночная, дневная,
может быть повыше, но даже при более высокой температуре эти черенки не подвидают. Опять же, в силу того, что идет просто процесс испарения, и в этой плошке создается повышенная влажность около листиков, и, кроме того, череночки сами тянут влагу из перлита. Вот они, мои бегонии латиор, которые как раз сейчас расцветают. Они понабрали уже много цветочков, много бутончиков, и сейчас как раз расцветают. Вот такая красная махровая. Не знаю, к сожалению, ее название. Вот такой крупный имеет цветок. Очень такие темные листья. Это розовая. Розовые вначале такие нежненькие, потом начинают окрашиваться, окрашиваться, и потом становятся более сочными розовыми. Розовая только-только распускается. Красная сразу в бутонах уже окрашенная. У элатиор очень большое количество зеленой массы, то есть листьев очень много. Иногда эти листья не дают даже выйти вот этим цветочным кистям. Поэтому листики можно прореживать, можно их убирать. Лишние листики, как бы, которые мешают. Вот здесь, например, был такой большущий лист, я его удалила. И вот оттуда видно, как много молоденьких веточек. Бегушки эти очень хорошо ветвятся. Они самые, наверное, пышные. Ну и в то же время у них хорошие получаются цветочные такие даже кисти, разветвленные. Много-много мелких цветков. И цветет она как раз в зимний период. Поэтому ее еще по-другому называют зимняя бегония. Итак, друзья, сегодня я вам очень подробно, я думаю, очень подробно рассказала, как я размножаю бегонии латиор. Простым черенкованием в перлите. Но так делаю я. Возможно, у кого-то получается больше укоренения в воде, просто в воде. У кого-то получается в субстрате, в торфе. В общем, вариантов масса. Они все имеют место быть. И если вы приспособились к какому-то способу, я вам рекомендую его не менять. А у кого вообще пока не было никаких бегоний, таких вот элатиор зимних бегоний, рекомендую приобрести. А это можно сделать, ну, у какого-то частного коллекционера, взять черенком, либо купить просто в магазине. Они будут сейчас в зимнее время продаваться, и попытаться их размножить. Бегония очень интересная. В зимнее время она цветет. Ну, конечно, когда она цветет, растения необходимо поливать и подкармливать. Подкармливать обычными цветочными удобрениями, но в более слабой концентрации, потому как бегонии не очень сильно любят переизбытка питания в субстрате. Субстрат для них лучше быть должен бедненьким, таким влагоемким и воздухопроницаемым, потому что у нее корни тонкие, очень сильно разветвленные, хорошо оплетают весь ком субстрата. И горшочки для этих бегоний тоже не должны быть большими, огромными. В общем-то, как и, ну, многие бегонии, клубневые в том числе, не требуют огромных горшков. А субстрат можно составлять самим. В его состав добавляем торф, перлит, мох сфагнум. Если нет мха сфагнума, подойдет любой лесной мох. Если вообще у вас никакого мха нет, можно остановиться на простом составе из перлита и торфа. Можно добавлять кокосовое волокно. Вот это вот. Но его нужно обязательно промывать. Обязательно промывать. Бегонии не любят засоление. Поэтому бегонии еще рекомендуют поливать мягкой водой. Либо пропущенной через фильтр обратного осмоса, либо это дождевая вода, ну, либо на крайний случай кипяченая. Потому что если вода поливная не подходит для бегонии, у них появляются различные пятна на листьях. Это как раз признак, что ваша вода может не нравиться бегонии. Ну, я думаю, что знала, ну, вот все рассказала, думаю, максимально выдала вам информацию.
Если вам все-таки еще что-то непонятно по бегонии и латиор, пожалуйста, задавайте. Будем дальше разговаривать. Если по способам черенкования вам тоже не ясно, пишите. Кстати, по срокам черенкования. Сроки черенкования у этих бегоний могут быть тоже разные. Какой срок вы сделаете, тот и ваш. В принципе, у них периода покоя как такового нет. И даже летние черенки приживаются, отлично укореняются. И потом они цветут зимой. И зимние черенки. Видите, у меня бегонии цветут, а в то же время я другие беру на черенки. Ну, конечно, у меня есть уже и отцветшие экземпляры, которые процвели в течение лета, наоборот. То есть, получается, бегония-то зимняя, но цвести она может в любое, в принципе, время. Вот такая она загадочная, эта элатиорка. Ну, я с вами сегодня прощаюсь. Всего доброго. Пишите комментарии, делитесь видео, приглашайте на канал, оставайтесь со мной. До свидания.